чем заняться на каникулах. Например, можно научиться готовить десерт. В Молоковском доме культуры «Буревестник» провели кулинарный мастер-класс для школьников. Для того, чтобы ребята почувствовали себя настоящими поварами, им раздали фартуки и перчатки. А вот поварские колпаки дети сделали самостоятельно из бумаги. Я просто люблю все мастер-классы. Ну, я люблю готовить, и поэтому я вот сразу сюда записалась, подругу записала. Поэтому я как бы сюда и пришла. Участники мастер-класса приготовили конфеты под названием «Кейк Попс». Рецепт очень простой и напоминает пирожное картошка. Нужно смешать крошку печенья с мягким сливочным маслом и добавить сгущенное молоко. Готовые конфеты необходимо украсить разноцветной сахарной посыпкой. Детям понравился сладкий десерт. Немного страшновато, но все в первый раз можно пробовать. В ДК «Буревестник» для ребят на каникулах и не только проводит много интересных занятий. Каждую каникулярную неделю у нас разнообразные мастер-классы и кулинарные. И дети занимаются шитьем и изготовлением мыла. Самые разнообразные мастер-классы проходят в нашем Дом культуры. Я очень рада, что у нас есть вот Дом культуры «Буревестник». Мне очень нравится здесь заниматься. Тут часто проходят такие вот мастер-классы. Бывает, мы делаем поделки, бывает еду, бывает что-то вообще невероятное. И я очень люблю ДК «Буревестник». Напомним, что записаться на понравившийся мастер-класс, а также на любое другое занятие можно на сайте Дома культуры «Буревестник». Юлия Стаферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.